вашему дому. Сегодня по народному календарю православных христиане празднуют Христианов день. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память преподобного Христиана Римлянина, мученика Памфила, пресвитера Валента, диакона Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии, святителя Макария Невского, митрополита Московского и Коломенского. Празднуется собор святых Новосибирской митрополии, мучеников персидских Мартирополе, преподобного Маруфа, епископа Месопотамского, священномученика Петра Успенского, пресвитера и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день, желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшего в мир иной.